самом крутом времени в вашей жизни. И также, я думаю, они будут вас поддерживать на протяжении всего этого порой нелегкого пути. Спасибо вам за это. И поздравляю вас с этой движухой. Даже если у кого-то уже прошел выпускной года 2-3 назад, никто не застрахован на нем еще раз оказаться в качестве гостя, друзья. В общем, это приятная атмосфера праздника. Поэтому мы сейчас исполним этот прекрасный трек, который мне напоминает про мой выпускной. Сделаю металлу, дождь свой. Мелкими каплями прогоню гостей. Знаешь,